Добрый вечер. В эфире информационный выпуск «Амшик Шара». Стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, прежний режим пересечения государственных границ, а также возможные трудности с выплатой заработных плат работникам бюджетной сферы. В Сухуми под председательством премьер-министра Александра Анквап состоялось очередное заседание координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на котором были озвучены предложения по поводу дальнейших действий. Все подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Первые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Абхазии были приняты еще в феврале текущего года. Ряд ограничений, введенных правительством республики, способствовал сохранению стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки. Всего за период пандемии в Абхазии было выявлено 36 случаев COVID-19. Всего в инфекционный госпиталь было стационировано 37 пациентов. Из них 35 подтвержденных коронавирусом и 2 неподтвержденных по ПЦР-диагностике, но находившихся в тесном контакте с инфицированными больными и имеющими для COVID-19 клинику с симптомами. На сегодняшний день в госпитале находится 9 пациентов, выписано 27 человек, один пациент скончался. Томас Сахнаки также отметил, что за период карантинных мероприятий, лекарственных препаратов, медицинского оборудования, а также изделий медицинского назначения получено на сумму более 67 миллионов рублей. После проведения подготовительных работ в Гудаутской больнице будет установлен новый компьютерный томограф. На данный момент в республике 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. В ковидном центре развернуто 350 коек, 70 из которых в инфекционном корпусе. Задействовано 40 койко-мест в отделении реанимации. Больница обеспечена необходимыми лекарственными препаратами, расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, ДЭС-средствами и с возможностью оказания лечебной помощи в полном объеме, в полном курсе лечения на 700 человек. В течение апреля и мая в работе с ковидными больными были задействованы 183 медицинских сотрудника. 11 июня им будет начислена зарплата в объеме 3 223 тысяч рублей. Сумма за проживание и питание граждан, находившихся на изоляции в пансионате Айтар, составила 1 миллион 10 тысяч рублей, из которых обсервационному учреждению перечислено более 367 тысяч. Главный санитарный врач Сухумала Беляева отметила, что сейчас проводится активная работа по дезинфекции тех мест, которые могут быть опасны. За соблюдением санитарно-эпидемиологических норм продолжают следить и в образовательных учреждениях республики. В Абхазском государственном университете к 25 июня смогут частично закрыть семестр. Целый ряд дисциплин, вот так если брать ориентировочные цифры, с учетом того, что до ограничительных мер мы работали 3 недели, плюс дистанционное обучение, плюс вот эти 3 недели сейчас, мы где-то выполняем процентов 50 того учебного плана, который у нас есть. Сейчас возникает следующая сложность, с которой мы сталкиваемся. Начинается период летних практик, производственных, учебных и так далее, и так далее. Эти практики проходят на предприятиях, учреждениях, в том числе и туристической сферы. И, естественно, мы эти практики будем переносить, мы их отменить не можем, но будем переносить на более благоприятный период. Виктор Маланзе также отметил, что в этом году в ВУЗе обязательно состоится прием документов. Что касается сроков, то они будут согласованы с руководством страны. На совещании также обсуждался один из самых острых вопросов – ситуация с открытием границы. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Даурковец сообщил, что в рамках действий отдельного распоряжения оперативного штаба Российской Федерации по просьбе правительства Абхазии было разрешено многократное пересечение границы 105 гражданам республики, которым была необходима медицинская помощь. Там лица, которые вынуждены каждый день, в неделю 3 раза осуществлять процедуру гемодиализа, это и онкобольные, и другая категория лиц. То есть вот со вчерашнего дня это распоряжение уже вступило в силу. Вот список мы сегодня передадим руководству службы государственной безопасности для того, чтобы был на абхазской границе также. На заседании рассматривался ряд предложений по поводу послабления или все же снятия ограничительных мер. Премьер-министр Александр Анквап подчеркнул, что несмотря на благополучную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, граница должна оставаться закрытой. Несомненно одно,
граница на сегодняшний день не может быть открыта. И все те меры, о которых мы говорим сейчас, внутри страны будут основываться на этом. Приезд в Абхазию не граждан Абхазии возможен, но в отдельных, индивидуальных, даже скажу так, исключительных случаях, после соответствующих проверок компетентными органами. Это мы не будем бюрократизировать, все это будет делаться быстро. И для того, чтобы нам избежать повторения новых случаев заражения инфекцией. Мероприятия, связанные с проведением тех или иных торжеств, спектаклей, развлекательных, спортивных и других, будут связаны с тем, как мы запишем в будущем документе, как мы сформулируем эти пункты. Они должны быть сформулированы понятно, недвусмысленно, и эти пункты должны быть выполнимы. Это, на мой взгляд, главное. Александр Анклаб отметил, что все предпринимаемые меры направлены на сохранение здоровья граждан. Все, что мы сегодня здесь обсуждали, все, что сделано до этого, все, что сделано будет завтра, направлено на заботу о людях, направлено на то, чтобы не допустить широкого распространения инфекции в стране. И я уверен в том, что наши граждане к этому относятся уважительно. К ограничениям, к трудностям, к ним добавились очень серьезные финансовые трудности. Да, бюджет за 5 месяцев выполнил на достаточно весомую цифру, сумму, в процентах это 97-98% плановые показатели по налоговым поступлениям и так далее. Но это не означает, что в июне будет точно так же. В июне все будет гораздо хуже. У нас есть серьезные опасения, что мы не сможем большому числу работников бюджетной сферы выплатить заработную плату, в том числе и в этом месяце, и в следующем месяце. Это реальность, потому что запреты, остановка экономической деятельности, все это нанесло серьезный ущерб нашим гражданам и бюджету страны, и республиканскому, и консолидированному. Есть проблемы в снабжении лекарствами людей. Вчера вот мы говорили по больным онкологическими заболеваниями. Мы обрекаем людей на другие проблемы, кроме того, что они серьезно больны. Мы им не можем дать вовремя лекарства, потому что огромные долги и у Абхазфармации, и у соответствующих фондов. Дано поручение президентам разобраться с этой ситуацией, изыскать возможные и невозможные ресурсы, восполнить это. Потому что прерывать лечение такой категории больных людей нельзя. Но у нас проблемы и с другими лекарствами. Абсолютно обоснованных жалоб, претензий, требований очень много. И мы ответственны за это. Мы же не можем остановить работу лечебных учреждений. Мы же не можем остановить операции, в том числе и плановые, тем более неплановые. А у нас есть обязанность пытаться ситуацию улучшить. Что мы и делаем. Вы, как члены штаба, другие наши коллеги в районах, врачи, особо им благодарность в очередной раз, пользуюсь возможностью. Сказать, что завтра будет курортный сезон, как вот прошла информация недавно, потом ее замминистра Барциц опроверг, что в августе будет курортный сезон, мы не можем. Мы говорим о другом. Как только будет стабильность и возможность сюда пригласить туристов, отдыхающих, мы это сделаем немедленно. Но в июне это не получится. Посмотрим, что будет в июле. Мы не можем рисковать здоровьем людей. И претензии уже, связанные с этим, я лично не принимаю никакие. По итогам совещания было решено, что с 15 июня продуктовые, сельскохозяйственные и вещевые рынки в городе Сухум и районах будут работать не 3 дня в неделю, как было определено ранее, а ежедневно с соблюдением санитарных норм. Кроме того, будет разрешено проведение массовых культурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий, однако вне помещений. Консультации по поводу смягчения ограничительных мер будут продолжены 12 июня. До 14 июня координационный штаб по защите населения от коронавируса представит проект распоряжения об изменении характера ограничительных мер на рассмотрение президента страны. Кугуса Вардани, Нал Гухава, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Президент Аслан Джания подписал распоряжение о назначении Ахрика Авицба помощником президента Абхазии по международным связям. Центральный военный госпиталь Министерства обороны Абхазии, расположенный в поселке Агудзера, работает с 1995 года. В течение многих лет здесь ведется прием абхазских и российских военнослужащих, их семей, сотрудников силовых структур, а также гражданского населения республики. Сегодня госпиталь переживает не лучшие времена, а условия работы, медперсонала и лечения людей не вписываются ни в какие рамки. Как живет госпиталь сегодня, с какими проблемами сталкиваются врачи, пациенты учреждения? Наша съемочная группа выехала на место. Репортаж Эсмы Голландзе. Центральный госпиталь – единственное военно-медицинское учреждение в республике. Он был основан в 1995 году на базе медсанчасти СФТИ. За все эти годы сотрудники госпиталя оказали помощь и сохранили жизнь огромному количеству людей. До 5000 пациентов в год проходят через руки врачей, работающих здесь. Учреждение объединяет военный госпиталь и районную больницу Гулрыбского района, а также 10 отделений различной медицинской направленности. И вот уже 27 лет вот так сосуществуют, значит, две совершенно разные структуры, то есть военная и гражданская. За весь этот период никаких проблем между ведомствами не было, все идет в плановом режиме. Посещаемость нашей больницы, она одна из самых больших, наверное, по республике. На сегодняшний день, значит, в Агудзерской больнице проходит в основном лечение, это военнослужащие Министерства обороны Абхазии и семьи военнослужащих, это все военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации, которые дислоцируются в Абхазии, и семьи военнослужащих Российской Федерации, это все силовики, то есть МЧС, СГБ, таможенный комитет Абхазии. И плюс еще, значит, просто гражданское население района. Однако, несмотря на большой поток пациентов, надлежащих условий в медицинском учреждении нет. Невооруженным глазом заметны прогнившие трубы, оголенные провода и пятна плесени на стенах. Лифт в госпитале не работал никогда. На третий этаж травматологии пациенты вынуждены подниматься сами или с помощью медработников. Кроме того, в подвале здания постоянно скапливаются канализационные стоки, запах от которых ощущается даже в соседнем детском отделении. Полностью все здания, которые принадлежат сегодня Центральному военному госпиталю, находятся в аварийном состоянии. Вообще они не должны эксплуатироваться, они небезопасны ни для больных, ни для врачей. Полная антисанитария, потому что нет канализации. В районе нет централизованной канализации. В госпитале нет своей канализации. Тот ремонт вы сами потом увидите, все, что было сделано, все было сделано своими силами, силами сотрудников и силами спонсоров. Оборудование, которое мы, чем мы сегодня пользуемся, оно морально устарело. В основном оно все где-то 80-х годов. Рентгенологическое отделение госпиталя напоминает подвал, в котором хранятся практически музейные экспонаты. Из всех аппаратов работает один единственный. В соседней комнатке проявляют снимки. Все как в прошлом веке. Фиксаж, вода, еще вода. Это все. Вот фонарик. Проявляем, смотрим на фонаре как. Когда уже проявился, значит, из проявителя бросаем водичку, с водички бросаем фиксаж. С фиксажа опять моем хорошенечко, сушим. Сушилка у нас работает. Все у нас работает. Нет у нас проявителя и фиксажа. А оборудование насколько современное ваше? 80-х годов. Однако, несмотря на нехватку оборудования и другие сложности, в коллективе госпиталя работает немало молодых специалистов, среди которых хирурги, травматологи, терапевты. Что касается обеспечения госпиталя медикаментами, то, по словам Зураба Ачба, у военнослужащих и их семей проблем с лекарствами нет. По линии Министерства обороны абсолютно никаких проблем в плане медицинских препаратов для военнослужащих нет вообще. То есть в полном объеме каждый, значит, военнослужащий от рядового до министра обороны получает одинаковую помощь, получает все необходимые препараты. У нас основная проблема – это гражданское население.
ибо Министерством здравоохранения никогда нам не выделялось ничего, в отличие от других больниц Абхазии, ни оборудование, ни медпрепараты, ничего. Кроме единственного, что выделяет Министерство здравоохранения, это, значит, обезболивающие препараты и, значит, препараты, которые, ну, для наркоза, а и детские прививки. Все, больше ничего. По словам Зураба Ачиба, работа в нынешних условиях небезопасна для пациентов, так как ограничивает диагностические и лечебные процессы. В связи со сложившейся ситуацией у коллектива Центрального военного госпиталя назрела необходимость обратиться к высшему руководству страны. С коллективом мы собирались, всем коллективом, от санитарки до начальника госпиталя. Вот, был тут и главврач. Приняли решение обратиться. И есть такая возможность, вот я обращаюсь к господину президенту, обращаюсь к господину премьер-министру. Я вас убедительно прошу просто в ближайшее время посетить военный госпиталь и воочию самим все увидеть и убедиться, в каком плачевном состоянии мы находимся. Вот если этого не произойдет, мы оставляем право с собой просто закрыть госпиталь и не выходить на работу. Несмотря на такие ужасные условия работы, в данное время госпиталь продолжает прием пациентов. Гражданское население, обслуживаемое больницей, составляет около 25 тысяч человек. Эсма Голандзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. День города Сухум по сложившейся традиции отмечается в первую субботу июля. В этом году праздничная дата выпала на 4 июля. В рамках празднования Дня города на набережной Махаджиров пройдут различные мероприятия, сообщает пресс-служба столичной администрации. На площадке возле колоннады состоится трансляция документального фильма Мананы Кокускиры Давида Авицба об истории города Сухум, а также выставка старых фотографий Сухума. Каждый желающий сможет получить в подарок миниатюры фотографий, представленных на выставке. Также состоится открытие любительского турнира по настольному теннису, шахматам и шашкам, а также намечена дискотека. В последнее время все большую популярность у детей стали обретать так называемые слаймы. Слайм – это бесформенная игрушка антистресс, похожая на пластилин. У нее есть и второе название – лизун. Благодаря привлекательному внешнему виду и, в отличие от пластилина, мягкую текстуру, слайм стал очень востребованной игрушкой. Его приобретают в магазинах игрушек или канцелярии, а также делают самостоятельно из подручных материалов. Здесь не мешало бы задуматься, насколько изготовление игрушки безвредно, какие в ее состав входят химические компоненты и могут ли они нанести вред здоровью ребенка. Ответы на эти вопросы попыталась найти наш корреспондент Алика Трапш. Смотрите специальный репортаж программы. Что такое слайм, сегодня знают все дети. Густое слизистое вещество, способное принимать любую форму, зарекомендовало себя как игрушка антистресс. Идея создания такой игрушки родилась еще в прошлом веке. Впервые лизун был выставлен на обозрение компанией Mattel в 1976 году. Считается, что игра с ним помогает избавиться от агрессии, снять напряжение, отвлечь от негативных мыслей или излишней тревожности. Однако не все так безоблачно, как может показаться на первый взгляд. Слаймы способны вызвать зависимость у детей, в особенности у тех, кто сам их изготавливает. Как следствие, такие дети становятся нервными и раздражительными, если их пытаются привлечь к какой-то другой деятельности. Но основным источником угрозы все же является состав слаймов. Слаймы чаще всего изготавливают из химических продуктов, которые могут нанести большой вред здоровью человека, а именно вызвать аллергическую реакцию на его компоненты. Одним из компонентов, часто используемых в изготовлении слаймов, является тетраборат натрия. Он отпускается без рецепта, и любой желающий может его приобрести в аптеке. Тетраборат натрия или же бура активно применяется в медицинской практике как антисептическое средство. В аптеках продают фабричный препарат, а также изготовленный самими фармацевтами. Цена фабричного 30 рублей, а изготовленный на месте стоит 190 рублей. Если же фабричный препарат отпускается без рецепта, то приготовленный в аптеках тетраборат натрия выдают исключительно по рецепту врача. Соответственно, для изготовления слаймов дети используют тот, который могут купить в свободном доступе. Если их не устраивает чистый натрий тетраборат, потому что мы готовим ее маленький процент, это 20%, это им лучше.
концентрированно им лучше употребить для этих шариков, чем наш препарат. Наш препарат маленький процент, 5% я готовлю, 10% я готовлю. И по рецепту, если есть очень редко, уже 20%, то это считается сильным препаратом. Как выяснилось, тетраборат натрия не представляет угрозы для здоровья при применении по назначению. Но при изготовлении слаймов тетраборат натрия вступает в реакцию с другими компонентами, содержащими сильные химические элементы, вследствие чего получается продукт с высоким содержанием химии, опасный для здоровья. Сейчас очень активно дети делают сами вот эти слаймы, так называемые лизуны. При их изготовлении используется клей ПВА и другой компонент – это бура. При их взаимодействии может выделяться вредные токсичные соединения, которые могут оказать негативное влияние на здоровье ребенка. Поэтому категорически я бы не рекомендовала изготавливать дома самодельно слаймы, потому что даже в фабричных слаймах организации, которые компетентно этим занимаются, была выявлена повышенная концентрация бора, которая влияет негативно на здоровье человека. А при изготовлении дома невозможно проконтролировать правильно вот это соотношение этих компонентов. Как и во всем мире, в Абхазии дети стали активно увлекаться слаймами. Кто-то втайне от родителей изготавливает игрушки, потому что взрослые запрещают. Другим же, наоборот, родители сами покупают необходимые ингредиенты. У многих детей хобби превратилось в предпринимательство. Были случаи, когда дети приносили в школу и продавали своим одноклассникам собственноручно приготовленные игрушки. 10-летняя Даниэль Дагаргулья в числе тех, кто увлекался слаймами. Сама пыталась их приготовить, но когда не получилось, решила покупать уже готовые игрушки. В классе 29 человек, и все девочки приносили слайм. Все делали и приносили. Бывало, мама узнавала и потом ругала, но я сказала, что это, в этом ничего плохого нет, пока я не знала об этом, потом не сказала подружка. Мама начала уже сильно ругаться и запретила мне вообще покупать что-то для этого. Даже клей покупать не разрешала. И когда я приносила какое-то лекарство, она проверяла, что это. У меня на химию аллергия, и у меня постоянно после этого слайма голова болит. Потому что я читала в интернете, что потом плохо, голова кружится, тошнит. А вот брат Даниэль отнюдь не приветствовал увлечение сестры. Я никогда не любил слаймы. Я не знала вообще сначала, что это. Один раз трогал, но потом не понравилось. Я вообще сестре говорю, их покупать. Некоторые родители отказались говорить на камеру, но в личной беседе нам сообщили, что после изготовления слаймов и пользования ими у детей появлялось раздражение дыхательных путей, непонятная сыпь на коже, и они вынуждены были обратиться в медучреждение. Все же многие родители считают, что детям нужно покупать безопасные развивающие игрушки. Лучше все-таки вспомнить старое доброе. Пластилин сейчас тоже российский, качественный. Китайский, конечно, тоже было немножко рискованно, но сейчас российский привозят хорошего качества. Это родное наше советское, ничего в этом страшного нет. Ну, дети мажутся, ну, что делать, мы уж за ними будем бегать чистить. А вот эта химия действительно, да и сам по себе лизун какой-то неприятный мне был всегда, что-то противный, какая-то мокрица какая-то, но... Пусть дети свое, конструкторы, пластилин, вот это все. А пазлы – это вообще самое любимое дело, самое милое. На объектах оптово-розничной торговли реализуется немало игрушек антистресс. Многие из них неизвестного производства. На этот факт обратили внимание в Госкомитете по стандартам потребительскому техническому надзору. В результате из продажи было изъято 12 видов слаймов. Отсутствует любой, какой-либо знак маркировки. То есть мы не знаем, кто его произвел, где произвел. На вопрос, откуда был завезен данный продукт, реализатор не смог нам ответить. С 2019 года занимается реализацией данной продукции. Мы будем дальше ее отслеживать, искать поставщиков и так далее. Там оптовый он будет или кто бы то ни был. Непосредственно мы будем брать объяснение и будем работать над этой темой дальше. Тут даже нет возрастного ограничения. Что не скажешь вот про данную продукцию. Здесь в виде все знаки, маркировка, стоит возрастное ограничение от 5 лет. И непосредственно уже расписано, что данная продукция может применяться детьми под наблюдением взрослых. Вся продукция, которая будет на сегодняшний день в Абхазии сомнительного качества,
будет снято с продажи и утилизировано. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют родителям обращать внимание на качество и сроки годности компонентов, из которых дети изготавливают слаймы. Тут надо подходить индивидуально. То есть при покупке этих препаратов непосредственно надо изучать каждый препарат и подходить к этому более тщательно и серьезно тем, кто это производит. На сегодняшний день у нас применяется это канцелярский клей под названием фирмы «Эльмерс». Мы изучаем эту фирму, и выясняется, что у них очень много разновидностей этого клея. То есть клей специально для слаймов, а есть просто канцелярский клей. Может быть, что их путают и применяют в неправильном направлении. Так что вот за этим нас следит и читает инструкцию. Обязательно требует сертификат качества на то, что этот продукт безопасен. Госкомитет по стандартам потребительскому техническому надзору совместно с санэпидемиологической службой и управлением образования будет вести работу по недопущению продажи детям продукции сомнительного качества. Здесь и родителям надо быть более бдительными, следить, чтобы увлечения их детей были безопасны для здоровья. А если победить зависимость ребенка от опасной игрушки сложно, предложить ему альтернативу в виде развивающих игр, общения со сверстниками и мероприятий на свежем воздухе. Аля Катрап, Степан Мартиросян, Алексей Баструков. Абхазское телевидение. Двенадцатого июня, в День России, Росконцерт запустит масштабный международный онлайн-проект. Начиная с этого дня, зрители 11 стран мира – Абхазии, Индии, Кореи, Ирана, Киргизии, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Палестины, Турции, Вьетнама и Узбекистана – будут знакомиться с лучшими народными коллективами. Зарубежный зритель познакомится с культурой разных регионов России и ее прославленными коллективами, имеющими богатую историю. В свою очередь, страны-партнеры проекта на базе российского просветительского портала «Культура РФ» покажет выступления своих лучших ансамблей. Так, 12 июня на нашем канале будет транслироваться запись российской премьеры оратории Андрей Рублев «Марко Фризины». А на базе просветительского онлайн-портала «Культура РФ» состоится показ 17-го международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает» 2019 года, который прошел в столице Абхазии в городе Суху. Оратория Андрея Рублев была написана известным ватиканским композитором, лауреатом множества профессиональных наград, монсеньором Марко Фризина. В 2018 году не приурочен к 30-летию прославления знаменитого русского иконописца в лике святых. Мировая премьера состоялась 20 января 2019 года в Кафедральном соборе Рима, базилике святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме. Российская премьера в Московском концертном зале «Зарядье» 24 ноября 2019 года. Сюжет основан на легенде о встрече ученика Андрея Рублева, иконописца Даниила Черного с учителем. Андрей Рублев живет в непростое время, время нашествия татар, и встает перед искушением описать суровую действительность такой, какая она есть в реальной жизни. Но его останавливает глубокое внутреннее понимание настоящей красоты. Понимание того, что Бог не оставляет свой народ, и что настоящая реальность – это любовь между Создателем и творением, которую никакая жестокость не сможет поколебать. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность, с ночи и до полудня преимущественно без осадков, днем временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 17-22, днем 23-28 градусов, температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.